мотоциклов штук 20 и человек 50 пехоты. Контакт! Фуаре! Наша задача здесь исключительно обучение местных бойцов. Просто думайте как противник, тогда сразу поймешь, куда пойдут основные удары. Мне вроде сказали, здесь боевых действий нет. Как только выбор, сразу фейерверк со стрельбой начинается. Крыс, абандуны! Серьезные ребята. Из чада идут 100 наемников. Понятно, значит, за местными чаются. Русские умеют воевать и, к сожалению, делают это хорошо. Их нельзя победить только силой. Американцы шареют. За демократию борются. Мы за справедливость. Мерси. Он пикап с пулеметом уничтожил и девчонку раненую вытащил. Кто? Турист?